Михаил Маршак. Багаж. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции 4 зеленых квитанции о том, что получен багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Готово. Уложен багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Но только расстался звонок, удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно, потеряно место одно. В испуге считают багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, картина, картонка. Товарищи, где собачонка? Вдруг видят, стоит колес огромный, взъерошенный пес. Поймали его и в багаж. Туда, где лежал саквояж, картина, картина, картонка, где прежде была собачонка. Приехали в город Житомир. Носильщик, 15 номер, везет на тележке багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку, а сзади ведут собачонку. Собака-то как зарычит, а барыня как закричит. Разбойники, воры, уроды, собака не той породы. Швырнула на чемодан, ногой пихнула диван, картину, корзину, картонку. Отдайте мою собачонку! Позвольте, мамаша, на станцию, согласно багажной квитанции, от вас получили багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Однако за время пути собака могла подрасти.